святой Зосима жил в VII веке. Родился он по усердным молитвам своих благочестивых родителей, долго не имевших детей. Когда сыну исполнилось 7 лет, родители отдали его на воспитание в монастырь, где святой подвижник с возрастом принял постриг и 40 лет настоятельствовал в обители. Папа Римский Феодор рукоположил преподобного Зосиму во епископа Сиракузского. Святитель Зосима отличался милосердием и нестяжанием. Любой нищий, убогий, сирота мог обратиться за помощью или заступничеством к епископу. У святого Зосимы с его великодушием и большим добрым сердцем для всех находилось теплое слово. И не зная устали, святитель трудился на благо своих прихожан. В конце жизненного пути святой Зосима тяжело заболел, но переносил страдания с великодушием и смирением. После 13-летнего управления паствой епископ Сиракузский приставился ко Господу около 662 года. Впоследствии многие больные получали исцеление при одном прикосновении к его гробнице. Двенадцатое апреля. День памяти преподобного Зосимы Сиракузского епископа.